сейчас я запишу видео для ваших автошкол, кто ДИСАФе, да, ты учишься? Да. Для ДИСАФа, там, для этого. Вот, смотри, знак 40. Видишь? Да. На протяжении 200 метров. Так, а как же нам, как говорится, определить? Ну, по одометру, понятно, это там счетчик. По другому варианту я вам сейчас объясню. Там мы катимся, 40 километров в час. Тут вот часть какую-то проезжаем. Вот запомните вот эту рекламу, но ее могут убрать. Вот эти вышки, значит. Вот, смотрите. Вот, вот этот знак. Вот оно. Блин, не видно. Ну, короче, вот оно.